О Димарате по-прежнему ничего не слышно. Он не слишком торопится выполнять свое обещание. Кандавл, есть ли вести из Спарты? Воины выступили нам на помощь. Они вот-вот будут здесь. Отлично. Я думаю, больше медлить нет смысла. Пора положить конец восстанию. Дождемся спартанцев и атакуем мятежников. Подожди, Леонид. Торопливый слишком часто ведет к поражению. Наши враги скрываются в Гелосе, и победить их будет непросто. Ты прав. Что нам следует делать? Для начала захватим золотой прииск за рекой. Пусть лучше он послужит нам, чем нашим противникам. Затем построим тренировочный лагерь и наймем еще воинов. Хорошо. Если у нас будет достаточно сил, гелосцам не устоять. И еще. Думаю, мы должны отыскать Демората. Кто может знать, что он затевает? Я все еще не доверяю ему. Нужна поддержка? Чем пособить? Сделаю. Спартанец не подаст руки тирану. Есть дело, и лот к твоим услугам. И весь внимание. Чем пособить? Враги атакуют нас! Не дадут спины разогнуть. Благополучие Спарты – мой долг. И весь внимание. Мне нравится эта идея. Чем пособить? Мятежники! Не давать им пощады! Работаю с рассвета. У Спарты нет союзников. Спартиат! Строительство закончено. И весь внимание. Чем пособить? И весь внимание. Я в ответе за свой народ. Я сделаю это. Тревога! Наш герой атакован! Строительство закончено. Есть дело. Чем пособить? И весь внимание. Есть дело. Судьба Эллады. Исследование завершено. Я отправляюсь немедленно. Мне нравится эта идея. Твоим услугам. Есть дело, и лот к твоим услугам. Не дадут спины разогнуть. Чем пособить? Враги деревня атакуют наша. Нас! Это только есть первая внимание. Из трех деревень. Возможно, удастся обнаружить мятежников и в двух остальных. Леонид, носить золото из прииска в Акрополь слишком далеко. Для того, чтобы добывать достаточно золота, потребуется слишком много элотов. Я полагаю, что лучше построить хранилище рядом с золотым прииском. Таким образом, мы ускорим добычу золота. Строительство закончено. Есть дело. Приналяжем. Чем пособить? Есть дело. Чем пособить? И весь внимание. Чем пособить? Есть дело. Работаю с рассвета. Чем пособить? И весь внимание. Чем пособить? Сделаю. Я в ответе за свой народ, если это поможет Элладе. Элод, твоим услугам. Есть дело. В атаку! И весь внимание. Я живу ради Спарты. Враги атакуют нас! Есть дело.
Освободим деревню! Мятежников все меньше! Доступно новое строение. Прикажи элотам работать в кузнице. Тогда мы сможем исследовать новые способы обработки металла. И весь внимание! Чем пособить? Илот к твоим услугам! Илот к твоим услугам! Есть дело! Спартанец не подаст руки. Строительство тирану. Закончено. Чем пособить? И весь внимание! Чем пособить? Не хватает золота! И весь внимание! Не хватает золота. Чем пособить? Работаю с рассвета. Илот к твоим услугам. Не дадут спины разогнуть. И весь внимание. Приналяжем. Благополучие Спарты – мой долг. Я в ответе за свой народ. Чем пособить? Не хватает золота. Строительство закончено. Сделаю. Судьба Эллады в наших руках. Не хватает золота. И весь внимание. Не дадут. Судьба Эллады в наших руках. Я живу ради Спарты. Строительство закончено. Наш герой атакован!
Не хватает золота. Судьба Эллады в наших руках. Я живу ради Спарты. Я отправляюсь немедленно. Илот, к твоим услугам. У Спарты нет союзников. Сделаю. Да? Спартанец не подаст руки тирану. Судьба Эллады в наших руках. Спартанец не подаст руки тирану. Да? База в опасности! Благополучие Спарты – мой долг. Если это поможет Элладе. Я в ответе за свой народ. Наш герой атакован! Спартиан! Вперед! Да? У Спарты нет союзников. Я живу ради Спарты. Ты запомнишь гнев спартанца. Да. Пощады не будет. Судьба Эллады в наших руках. Спартиан. Спартанец не подаст руки тирану. Я в ответе за свой народ. У Спарты нет союзников. Да? Бегом! Спартиат! Вперед! У Спарты нет союзников. У Спарты нет союзников. Судьба Эллады в наших руках. Я в ответе за свой народ. Я сделаю это ради Спарты. Спартиат. Я отправляюсь немедленно. Наш герой атакован! Судьба Эллады в наших руках. Мне нравится эта идея, если это поможет Элладе. У Спарты нет союзников. Воины, ищите лучше. Она должна быть где-то здесь. Спартанцы? Вы? Вы добрались сюда быстрее, чем я думал. Мы ищем мятежников. Они бежали в эти развалины. Но раз вы пришли, оставаться здесь больше нет смысла. Пойдемте, народ. У нас много дел. Спартиан. Я сделаю это ради Спарты. Если это поможет Элладе. Наш герой атакован! Когда-нибудь я верну свой трон. Я рожден править, а не служить.
Я сам знаю, что делать. Не хватает золота. Судьба Эллады в наших руках. У Спарты нет союзников. Спартиан! Я в ответе за свой народ. Я сделаю это ради Спарты. Я отправляюсь немедленно. Если это поможет... База в опасности! Спартанец не подаст руки тирану. Да? За Спарту! Нет союзников. Я живу ради Спарты. Спартанец не подаст руки тирану. У Спарты нет союзников. Да? У Спарты нет союзников. Спартиан! Благополучие Спарты – мой долг. Спартанец должен умереть в бою. Спартиан! Я в ответе за свой народ. Наш герой атакован! Благополучие Спарты – мой долг. У Спарты нет союзников. Я рожден править, а не служить. Я живу ради Спарты. Когда-нибудь я верну свой трон. Спартиат! Я в ответе за свой народ. Судьба Эллады в наших руках. Спартиат, да? Спартиат! Спартанец не подаст руки тирану. Спартиат! Я рожден править, а не служить. Я в ответе за свой народ. Да? Я живу ради Спарты. Я отправляюсь немедленно. Судьба Эллады в наших руках. Я живу ради Спарты. У Спарты нет союзников. Я сделаю это ради Спарты. Если это поможет Элладе, я отправляюсь немедленно. Мне нравится эта идея. Наш герой атакован! Не хватает золота. Судьба Эллады в наших руках. Я в ответе за свой народ. Я отправляюсь немедленно. Если это поможет Элладе. Спартиат! Не хватает золота. У Спарты нет союзников.
Я рожден править, а не служить. Умри, червь. Да? Судьба Эллады в наших руках. Не хватает золота. Благополучие Спарты – мой долг. Мне нравится эта идея. Спартанец не подаст руки тирану. У Спарты нет союзников. Вперед! Спартанец не подаст руки тирану. Враги атакуют нас! Не хватает золота. Я рожден править, а не служить. Спартиат! Бегом! Этим все сказано. Судьба Эллады в наших руках. У Спарты нет союзников. Да? Спартиат! Спартанец не подаст руки тирану. Наш герой атакован! Да? Я рожден править, а не служить. Я сам знаю, что делать. Я иду лишь туда, куда захочу. Умри, червь! Да? Если это поможет Элладе, этот бой будет последним для тебя. У Спарты нет союзников. Не хватает золота. Я в ответе за свой народ. Враги атакуют нас! Спартиат! У Спарты нет союзников. Спартиат! Явись внимание! У Спарты нет союзников. Враги атакуют нас! Да? Спартиат! Да? Судьба Эллады в наших руках.
Я отправляюсь немедленно! Ты запомнишь гнев спартанца! Благополучие Спарты – мой долг! Не хватает золота! Я в ответе за свой народ! Не хватает золота! Судьба Эллады в наших руках! Спартанец не подаст руки тирану! Не хватает золота. Благополучие Спарты – мой долг. Этот бой будет последним для тебя. У Спарты нет союзников. Да? За свободу! Я живу ради Спарты. У Спарты нет союзников. За Спарту! Когда-нибудь я верну свой трон. Да? У Спарты нет союзников. У Спарты нет союзников. Спартанец не подаст руки тирану. Бегом! Бегом! Этим все сказано. Бегом! Спартиат! У Спарты нет союзников. Спартиат! У Спарты нет союзников! Спартиат! Да? Судьба Эллады в наших руках! Когда-нибудь я верну свой трон. Ты не знаешь, с кем связался. Не хватает золота. Спартанец не подаст руки тирану. Я в ответе за свой народ. Ты запомнишь гнев спартанца. Я рожден править, а не служить. У Спарты нет союзников. Спартиат! Когда-нибудь я верну свой трон. Спартанец не подаст руки тирану. Судьба Эллады в наших руках. У Спарты нет союзников. За щитом или на щите? За свободу! Спартиат! Не хватает золота. У Спарты нет союзников.
когда-нибудь я верну свой трон. Спартанец не подаст руки тирану. Я в ответе за свой народ. У Спарты нет союзников. За Спарту! Я живу ради Спарты. Спартиат! Со щитом или на щите? У Спарты нет союзников. Да? Когда-нибудь я верну свой трон. У Спарты нет союзников. Да? Спартиат! Вперед! Сил в твоем распоряжении. Бегом! Я в ответе за свой народ. Этот бой будет последним для тебя. У Спарты нет союзников. Бегом! Спартиат! За Спарту! Да? Этим все сказано. Вперед! Я рожден править, а не служить. Я сам знаю, что делать. Гелос разрушен. Признаюсь, мне не доставляет удовольствия смотреть на развалины. Но у нас не было другого выхода. Это война. Интересно, что особенного в колеснице, которую хранили мятежники? Демарат, ты видел когда-нибудь что-то подобное? Нет. Позволь, я посмотрю поближе. Леонид, я не думаю. Проклятье! Что происходит? Глупец. Неужели ты правда думал, что я буду служить тебе? Спарте нужен один царь, и имя его Демарат. Но зачем тебе понадобилась колесница? Ха-ха-ха! Спроси у Оракула. Хотя это тебе не поможет. Прощай, Леонид. Мы встретимся в Спарте. Ты был прав. Демарат оказался предателем. Как я был глуп, что поверил ему. Не время отчаиваться, Леонид. Он говорил что-то об Оракуле. Что означали его слова? Мы должны выяснить это. Возвращайся в Спарту, Кандавл. А я поспешу к Оракулу. У меня нехорошее предчувствие. Мне кажется, Демарат натворит еще много зла.